Егор Вдовин к конкурсу «Волга в сердце впадает мое» готовился основательно. На репетиции тратил максимум времени и на занятиях во Дворце детского творчества, и по пути домой. Особенно ему нравилась акустика его собственного подъезда. Результат упорной работы – гран-при конкурса. По словам мальчика, самое сложное было совладать с волнением перед выходом на сцену. Сначала за плесами сложно сориентироваться и взять свою силу в кулак. Но после того, как заходишь на сцену, уже понимаешь, что сцена – это уже не так страшно, и нужно выложиться по максимуму, чтобы получить наивысший балл. Анастасия Шиянова вокалом занимается с 7 лет, но на конкурсе выступала лишь второй раз в жизни. Спев на «Крепкую пятерку» песню с фильма «Титаник», девушка сразу поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в старшей возрастной группе. Я, если честно, расплакалась от радости, потому что я не ожидала, что будет именно вот лауреат первой степени. Я очень была рада этому, то есть были очень радостные эмоции. Всего на конкурсе в Нижнем Новгороде от коллектива «Звездопад» выступало 17 человек. На конкурсной площадке ребятам пришлось провести целый день. Как итог, 16 наград разного достоинства. Светлана Веркина точно знает, как вырастить победителя. К тому, чтобы стать лидером вот в каком-то виде деятельности, в данном случае в вокале, нужно иметь не только сильный голос, не только упорные занятия, нужно еще иметь большую силу воли к победе. Нужно иметь такие качества, как ответственность, собранность, всегда готовность исправить любые ошибки. Почивать на лаврах у ребят из коллектива «Звездопад» нет времени. На 5 апреля запланирован большой концерт в стенах ДДТ. Сразу после – несколько конкурсов, на которых ребятам очень бы хотелось показать весь свой потенциал. А для этого надо вновь прикладывать максимум сил и времени на репетициях. Кирилл Васинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.